Бомбу, которая взорвалась на борту пассажирского аэробуса, вылетевшего из столицы Сомали, пронесли на борт в ноутбуке. Об этом сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на источники, близкие к расследованию. По их данным, злоумышленник специально выбрал место в салоне, чтобы причинить максимальный ущерб, с расчетом, что взорвутся топливные баки. Но этого не произошло. Лайнеру, на борту которого находились 74 человека, в начале недели удалось вернуться в аэропорт Могадишо. Личность подозреваемого уже установлена. Сейчас проверяется его связь с террористическими группировками.